Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой Илья, спасибо огромное! Ребятки, продолжаем слушать «Король и Шут». Поехали, друзья! Комарок схватил невесту. Да, ребят, ну в своем амплуа. Князь снова, да, значит, девочку хочет что-то с ней сделать нехорошее. Да, ну вот видите, опять князь. Князь какой, может выйти на связь и написать в комментариях, зачем он это делает. Ну вот, посмотрите, опять хоть девочки, бы раз спас свою деву, свою героиню. Мы сейчас не знаем. Вот что сейчас с ней будет? Ничего хорошего, что скорее всего. Что с комаром сделает? Мы не знаем. Свадьба идет, а невеста сидит в закромах. Конец, ни развязки не было. Да, ну, ребят, не но знаю. Но это хорошо. Я думаю, что каждый человек думает по-своему. Ну, Скоморох ее освободил, мы надеемся, да, на это? Не знаем даже, освободил, нет. Будем надеяться на хорошие, ребятки, на хороший исход, что невеста выйдет. Просто он, да, для прикола это сделал. Ну, он же Скоморох, шутка, да, шутка. Пошутить, что невесту, да, спрятал. Да, 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 правда. Ребят, ну, но это же был, он же тамадой, получается, был, да? Скоморох был тамадой. Да, да, да. И конкурс он такой произошел. Да. Да, и он забрал ее, посадил, спрятал всех, а все танцуют, поют, и забыли о ней. Она и не нужна там. Она и там не нужна. Там люди поют и поют, пьют, развлекаются. Ну вот видите, и она бы исчезла, никто бы не заметил. Но она выйдет, мы надеемся. Да, она выйдет, мы так думаем. Мы желаем этого, ребятки. Ну что, ребятки. Чтобы сказка была с добрым концом. Да, да. Ребят, что скажешь? Вот опять интересная, да? Интересная сказка, да, интересная. Молодец, князь интересные нам вещи писал, да, и пишет сейчас, да, и оставил нам небольшую лазеечку для наших мыслей, чтобы мы сами подумали, что будет с ней. Мы, ребятки, мы думаем, что все хорошо с ней будет. Голоса шикарные, ребят, группа отличная, с удовольствием слушала, ребятки, с удовольствием подпевала, музыка танцевальная, веселая, классная. Спасибо большое. Ильяс. Ильяс, огромное спасибо за такой классный трек. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.